каких инструментов, как так без рекламы и блэкджека он умудрился стать супер популярным блогером по урбанистике. Я думаю, что и про урбанистику он поговорит, и про то, как популяризировать собственную площадку. Аркадий. Всем добрый вечер. Только я помню, он себя слушал. Нет, все отлично. Да, всем еще раз добрый вечер. Извиняюсь, что не смог приехать. Но, к сожалению, корона не прошла мимо меня. Поэтому я сейчас немного сижу дома. Но, тем не менее, мы сегодня поговорим немного действительно совсем самую малость про урбанистику, чтобы понимали, о чем вообще пишут эти всякие блогеры урбанисты. Ну а дальше означать будет про мой блог, какие-то советы, статистика, ну и прочие разные интересные штуки. Так что сейчас запускаю. Да, ура! Собственно, вы тут видите, что я занимаюсь чем-то, а продвигаю культуру гражданина. Потому что всегда должна быть какая-то цель, зачем вы все это делаете. Лично моя деятельность очень простая, корыстная, и я хочу жить в нормальном городе, путешествовать по России и не думать, что вот бы сейчас сорвался в Европу, потому что там хорошо, а здесь плохо. И да, я не хочу уезжать, я считаю, что словом можно решить многие проблемы. Потому что если о них говорить, ты привлекаешь к этому общее внимание, происходит признание проблемы, а признание проблемы – это первый шаг к ее решению. И, собственно, да, я в основном пишу про урбанистику или вещи, так иначе связанные с городом. Но почему, что, собственно, такое урбанистика? Потому что, да, все знают, что есть градостроители, есть там архитекторы, есть транспортники, есть еще кто-то, а урбанисты – это непонятно кто. Урбанистика, она все-таки сложилась, ну, это междисциплинарное направление науки, которое учитывает разные аспекты и работает с городом, как с чем-то живым. И при этом урбанист работает не только с кирпичами, то есть мы не делаем красивые здания, мы скорее работаем с людьми, потому что город без людей – это не город. И если совсем просто, то вот чем занимаются урбанисты в России, то я думаю, что рисунок от художника-шкя пока что лучше всего, потому что вот есть коллега, который идет в гору, он не слышал ни про какую урбанистику ему все нравится, а потом он немного посмотрел Варламова, возможно, почитал меня и сразу начинает замечать проблемы. То есть, ну да, по сути, многие урбанисты, они как такие адвокаты здорового города. Они говорят о проблемах, чтобы их решить, не потому что они там не любят свой город, своих соседей, а просто потому что они хотят жить как лучше. И они привлекают к этому внимание. И действительно, надо сказать, что я веду свою деятельность где-то с 2012 года, многое поменялось. То есть обычно все думают, что за год поменяется все, но ничего не меняется. Но если смотреть на более долгую перспективу, там, которая есть у меня, я вижу, что действительно то, что раньше казалось, что это просто невозможно, потому что у нас не тот климат, не тот менталитет, не то что-либо еще, как выясняется, у нас все так же можно построить. И сделать удобно, хорошо, правда, пока в границах каких-то небольших участков, но тем не менее, хорошие примеры есть. Ну а теперь непосредственно про ложку, про то, как я все это делаю. Начнем, наверное, с главного, с соцсетей. Они сейчас есть практически у всех, и я действительно есть практически везде, кроме одноклассников. То есть блогер идет за аудиторией все-таки. И те площадки, которые лучше всего дают это делать, ну, и в наших условиях, по крайней мере, на примере Москвы, я знаю, что Telegram, Instagram это самые популярные, немного Twitter еще. Есть регионы, где Twitter вообще не котируется, или есть Петербург, где традиционно сильно ВКонтакте. И если сейчас посмотрите на прогноз, вы заметите, что ВКонтакте больше всего подписчиков, действительно, там аудитория растет довольно быстро. Но вот за мой довольно многолетний опыт я не продал там ни одной рекламы. То есть, несмотря на то, что там большой охват, денег особо не приносит. Зато тот же Telegram или Instagram, он неплохо котируется. Ну а Twitter у меня просто для души, и оттуда я слежу за новостями со всего мира, потому что да, в России он как-то стал не очень популярен, хотя когда президентом был Медведев, и он туда что-то писал, Twitter активно развивался, но потом пошел на спад, но тем не менее самое ламповое общение, мне кажется, именно там. Поговорим, наверное, про Telegram, потому что это, ну, как новое для России соцсеть. Не ТикТок, конечно, но тем не менее
Здесь совсем небольшая статистика, но я хочу сразу сказать, что нужно вот смотреть не только на охват, там, сколько тысяч человек, потому что еще очень сильно важна аудитория. И на примере разных соцсетей я хорошо замечаю, что обычно в Телеграме сидят люди, которые, ну, скажем так, лидеры мнений или люди, которые принимают решения. Поэтому, если вы хотите напрямую влиять, попадать в мониторинге и работать на более взрослой осознанной аудитории, то, наверное, для вас Телеграм лучшая площадка. Ну, а здесь еще пример одного из последних постов, что сейчас люди все меньше читают, но все больше ходят в картинки. И это важно учитывать, поэтому чем лучше вы покажете, донесете свои мысли визуально, тем будет лучше. Все-таки текст такой весьма убирающий вид продвижения контента, но об этом, наверное, читаем дальше, чем поговорим. Есть у меня еще YouTube. Я почему-то забыл ставить статистику по нему, но там приближается к 80 тысячам. И YouTube — это для меня лично совершенно новое открытие, всего занимаюсь 2 года. И надо сказать, что если раньше я в основном писал, искал фотографии, делал фотографии, как-то создал материалы на основе текста и картинок, то YouTube куда более сложные соцсети, потому что, во-первых, надо правильно учиться говорить, это довольно дорогой вход с точки зрения оборудования, ну и алгоритмы местные, это черт пойми что, потому что, ну, вот здесь статистика за 2020 год, видно, как все скачет, и вот совсем недавно, в начале этого месяца, там, вновь поменяли алгоритмы, причем просили просмотры практически у всех. То есть соцсети, задача любой соцсети, все-таки, чтобы привлечь как можно больше пользователей к себе, и чтобы они там задерживались тоже как можно дольше. Поэтому соцсети любят ссылки друг на друга. Если вы пытаетесь в Фейсбуке ставить ссылку на ВКонтакте, вряд ли алгоритмы покажут много многих. А вот с YouTube немного все иначе. Все-таки это единственный популярный видеопостинг, и там никто не знает, как точно работают алгоритмы, и как нужно создавать описание, теги, название, как, что и как говорить, какой личности. Но самое главное, чтобы ролик просто заходил. Об этом, опять же, в каких-то принципах я говорю чуть позже, но просто, чтобы обозначить, что есть обычные соцсети, а YouTube все-таки среди них выделяется, и чтобы разобраться, как он работает, пойдет довольно много времени, я сам еще не разобрался, честно говоря. Ну а если возвращаться к текстам и картинкам, то да, я тот еще динозавр, потому что у меня есть ЖЖ. Потому что когда я все это дело начинал в подругу ЖЖ, многих соцсетей не было, я не говорю, зародыши, а это была площадка, которая действительно охватывала многих людей, можно было искать много информации. И даже сейчас, когда ты что-то гуглишь нестандартное, то, как правило, тебе вылезает посты на ЖЖ. И я веду его, конечно, не столь активно, как еще раньше, но стоит признать, если у вас сложная тема, и вы хотите ее расписать или вставить не только фотографии, но и видео, то все-таки ЖЖ предоставляет наибольшую гибкость в этом плане. Потому что эта платформа, она довольно функционально, но при этом ЖЖ мертв. То есть ЖЖ как самостоятельная соцсеть, площадка, она уже практически не работает, но как площадка для больших алгоритмов, она все еще, на мой взгляд, лучше, и поэтому я еще использую ее для больших постов. Там, например, это отчет о поездке в Зарайск, где очень круто был устроен центр. Там много фотографий, много текста, и я размещаю, собственно, пишу материал, а ссылки уже кидаю в соцсетях. То есть у меня же скорее как такой хаб, где можно все это разместить, при этом не парясь собственным хостингом или еще чем-то, и зная, что принцип моей записи не пропадет. И с учетом того, что у меня там архив за много-много лет, вряд ли я буду в ближайшее время, и это в том числе ответ на то, почему тот же Варламов не уходит с ЖЖ. Потому что работает, потому что удобно, и какой-никакой прирост аудитории и просмотры они все-таки дают, но, конечно, совсем небольшой. Да, собственно, чтобы не быть голословным, в ЖЖ, если ты покупаешь профессиональный пакет, то у тебя статистика есть. Я перестал на это тратить деньги, но, тем не менее, в качестве рекламы они иногда присылают мне статистику. И вот, например, за 3 октября у меня было почти 10 тысяч просмотров.
Ну, то есть в целом ты потратил время, написал лонгрид, и такие показатели, они, в принципе, довольно неплохие. То есть это оправдано, и я понимаю, что, опять же, этот текст никуда не пропадет. Ну, сейчас, наверное, стоит подвести какой-то итог вообще, как найти своего читателя, своего смотрителя, в общем, найти своих подписчиков, чего придерживаюсь лично я. То есть урбанистика, она довольно сложная наука. По ней написано очень много книжек, у меня у самого там целый склад тех, которых я еще не прочитал. И что самое главное, она постоянно меняется. То есть всегда нужно быть в курсе того, что происходит во всем мире, потому что мы живем не где-то в отдельной вселенной, мы все-таки часть этого мира. И поэтому информации постоянно очень много, но она профессиональная. Блогер, на мой взгляд, должен выступать определенным фильтром и популяризатором здорового отношения к городу, поэтому вам не нужно, не стоит, по крайней мере, злоупотреблять терминами. Понятно, что если человек не разбирается и вы засыпьте его терминами, то, возможно, он будет считать, что вы умный. Но лучше так делать, потому что материал должен быть полезным. Либо смешной, либо полезным. Вот. И чтобы он был полезным, человек должен был понять. Поэтому давайте больше аналогии. Например, я вот сейчас шел СММщика себе и вот пытаюсь наставить его на путь истины, как работать с моей аудиторией. И вот частая проблема, что, например, он пишет, общественное пространство города там будут реконструированы. С точки зрения там учебников, общественное пространство, все понятно. Архитекторы тоже понимают, что такое общественное пространство. А все остальные уже не понимают, что такое общественное пространство. Мы вроде как дома не трогаем ничего такого. На улицу выходим, тоже нигде нет надписи, что это общественное пространство. И то есть я в этот момент всегда ему говорю, что зачеркиваем общественное пространство, пишем улицы, площади, набережные. То есть уже все становится понятнее. И вот от таких мелочей очень сильно зависит, пойдут вам или не пойдут, поймут они вас или не поймут. И поэтому меньше терминов, больше ассоциаций и образов. С тем, что образов, с которыми сталкиваются люди практически каждый день. Например, там не 1000 кубических метров, а сколько это будет в ваннах. Потому что 1000 кубических метров тоже никто из нас не трогал, по крайней мере, осознанно. А сколько, какой объем ванны все примерно представляют. Здесь работает прямо так же. Нужен оригинальный контент. Если вы занимаетесь перепостом или просто крадете чужой материал, то вы ничего не добьетесь. Поверьте. Многих встречал таких людей, которые там вроде что-то писали, но это были не их мысли, или они просто где-то что-то брали. Ну, вы просто никогда не выбьетесь из огромного моря таких же людей. Писать лучше про актуальное или смешное. Это, как я говорил, что материал должен быть или полезным, или смешным. То есть все-таки ваша задача увеличивать свой круг подписчиков. И поэтому материал заходит в двух случаях. Если он полезен, вы понимаете, как его применить, вы будете его применять как-то дальше, и вы захотите его перезвать своим друзьям или просто сохраните. Либо смешным, чтобы он больше расширился. Например, то есть вот тот же самый комикс, который был в начале про урбанистов, он и смешной, и актуальный. Поэтому он разошелся там, буквально за один день, сотни тысяч просмотров были. Ну вот, если вы найдете свой баланс и будете там в каждом посте преследовать актуальный и смешной, это будет, наверное, вообще бинго. У меня так, к сожалению, практически никогда не получается. Ну и, наверное, последнее, то, что не бояться говорить на непопулярные темы. Ну, опять же, популярные темы бывают разные, никто не заставляет вас оправдывать насильников, но лично в моем случае я был одним из тех, кто первый заговорил о том, что там нужна платная парковка. То есть 8 лет назад все считали, что это невозможно, у нас этого никогда не будет. А теперь смотрите, повсеместно у нас есть, и я вижу уже даже по отклику аудитории, что если раньше я об этом писал, и мне там угрожали постоянно в личку, и как только не отзывали, и предлагали взять чемодан, проехать или нет, то сейчас все более-менее воспринимают это нормально, потому что все поняли, что это действительно что-то рабочее. Точно так же про трамвай. Или как, почему нельзя строить многоэтажки, что нужно уходить в среднеэтажное плотное жилье. Или что даже точечная застройка не есть что-то плохое по умолчанию, важно просто правильно выбирать проекты и звать хороших архитекторов. То есть все-таки должна быть определенная ответственность. Если вы лидер мнения, если вас читают, к вам прислушиваются,
то да, возможно, вы потеряете немного подписчиков, но вы сформируете повестку и сделаете мир чуть лучше, пропагандируя какие-то те вещи, которых у нас нет, а которые хотелось бы иметь. И да, со временем этот просев в подписчиках, он пройдет, но вот цитируемость и уважение людей останется. На этом, наверное, общая такая часть все. Я надеюсь, что будут более конкретные вопросы, и мы сможем разобрать уже что-то детальнее. Спасибо. А, ну, конечно, давайте дружить, там ставить лайки, попробуем, все прочее, будет успех. Да, спасибо. Аркадий, скажи, пожалуйста, здесь сразу посыпались вопросы в чат, но дайте даже зал. Начнем, в зале вопросы есть? Я никого не слышу. Можно микрофон? Да, сейчас не слышишь совсем? Аркадий, привет. Скажи, пожалуйста, про оригинальный контент. Вот блогеры-урбанисты, значит, пишут все время про одно и то же. Там парковки, трамваи, там велодорожки, да? А вот про все это уже давно написал Антон Буслов. А что новое после Антона Буслова написали урбанисты? Какие там оригинальные идеи? Смотрите, речь не совсем про оригинальные прямо идеи, сколько про оригинальный контент. Потому что тот же Антон Буслов, он брал все из собственной головы, все-таки очень много, сам где-то подчеркнул, увидел или ему кто-то рассказал. При том, что Антон, конечно, молодец, он один из первых, кто все это начал, и я сам во многом мой интерес сформировался к этому направлению за счет его интересов. Это вопрос о том, что как хороший контент привлекает. Смотрите, есть разные степени. То есть есть определенная теория. Действительно, с точки зрения теории, принципов придумать что-то сложно последние полвека, а не на той принципе, что они гибкие, они работают. Но тот же контент может быть разным. Например, вот я приводил пример «Зарайс», который мы устроили, закончили в этом году или в конце прошлого. И, по сути, многие люди сказали: «Вау, я видел, что было много репостов», после мысли, что, смотрите, им не помешал ни климат, ни там плохие гости, ни плохие чиновники, оказывается, вас тоже можно. И это рушит стереотипы, это формирует все-таки общественный запрос на то, чтобы подобные качественные изменения были уже массовым явлением в России. То есть понятно, что есть какие-то города, там люди-пионеры или архитектурные бюро пионеры, но так или иначе, потом все уходит в массы. Или можно вспомнить, там Антон много писал про трамваи Самары, и я когда туда приехал, я, в принципе, очень много понял, что я в прошлом году бывал там впервые и осознал полностью все тексты, которые он писал, и с учетом местной проблематики и контекста. Ну, например, никто не отменяет, что у нас есть трамвай Чижи, где заложены совершенно иные принципы, которые работают как часы, и тоже это показатель, что у нас можно создать современную трамвайную систему, которая будет мотивировать людей ставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом. Про велодорожки, ну, нам действительно сложно придумать новое, хотя каждый год проводят разные формы мероприятия по велотранспорту, и каждый раз мэры, там, специалисты рассказывают что-то новое. Сейчас, наверное, больше всего внимания к Скандинавии, где не просто там недостаточно широкие велодорожки, а, например, есть проблема с климатом. Там есть целые институты, которые занимаются вопросами поддержания велоинфраструктуры в зимнее время и находят самые оптимальные там реагенты или мраморную крошку, и технологии уборки, какой тип должен быть велоинфраструктуры и прочие разные вещи. Потому что, ну вот, в Ростов мы приехали там пару дней назад, совершенно потрясающе выглядит, но, очевидно, не так, как Москва, которая просто дольше на этом пути. Чем отличается? Хороший вопрос, потому что те же самые урбанисты, само понятие урбаниста, оно отличается от страны к стране. Например, в США урбанисты, как правило, едят в спорт. Там вот если есть какой-то конфликт и его надо решить, то урбанист усаживает за один стол представителей мэрии, бизнеса и чиновников. И они на равных все это решают. В Европе, кто такие урбанисты не особо знают, разве что в Финляндии есть должность урбаниста транспортника,
композиции оркестра, то есть что-то более классическое, уже привычное нам, но с более широким взглядом и академическое. Вот, в российских условиях это, ну, опять же, есть урбанисты, которые там больше выступают за, например, социальные связи. Есть урбанисты, которые больше про архитектуру. Есть урбанисты, которые больше про транспорт. То есть, так как у нас стали учить урбанистов относительно недавно, по-моему, лет 5 часов назад, появились первые программы, то во многом те урбанисты, которых мы знаем сейчас, у них базисная профессия, вот профессия была тюрьмы. Ну, то есть, например, Варламов, он все-таки по образованию архитектора. Есть там, в Петербурге очень много урбанистов, они работают именно с точки зрения социальных связей, организовывают праздники, увлекают жителей и, ну, как служат таким клеем для общества, то есть это гражданское сообщество самое. Ну, гражданское общество, про которое у нас часто говорят, которого нет. У меня лично вообще база — это больше про транспорт. И вот в зависимости от того, какой урбанист в вашем городе, те направления будут как-то больше развиваться, поддерживаться. То есть, в принципе, есть Иркутск, где урбаниста, насколько я знаю, известного особо никакого нет, но при этом где все более-менее хорошо и так. Ну, просто там так сложилось, что там вот хорошая команда была, отзывчивые люди, которыми все равно, и сильный университет, и там, в принципе, все это развивается более-менее так. Скажи, пожалуйста, вот тогда следующий вопрос. Да, окей, какой урбанист в вашем городе, так и выглядит ваш город, но тем не менее, такой вопрос провокационный. Зачем вообще делать блог про урбанистику? Неужели к этому прислушиваются? Ну, как я понимаю, речь идет про реально принимаемые решения на основании каких-то заключений, проектов. Прислушиваются. Опять же, всегда есть, мне кажется, два возможных варианта, зачем ты звонил. Первое, если вас будет читать мэр, он будет узнавать, что где-то какой-то беспорядок, и что срочно нужно исправить, если вы еще будете давать пример как надо, то он будет развиваться и давать догонять своей команде, чтобы они все исправляли. Ну, это довольно-таки идеальная ситуация, которая довольно редко происходит. А второй вариант – это создание честного вопроса. То есть, вот, когда ты приезжаешь в другой город и тебе начинают рассказывать, что у вас дороги плохие, то так или иначе чиновники, политики, какими бы плохими они не были, они этот вопрос слушают и начинают ремонтировать все дороги. То есть закатывая абсолютно все по асфальту. А если точно так же все будут говорить, что, знаете, ну, что-то вот у нас застройка не очень, нет главной набережной, и вообще парками там не занимается, то уже внимание будет на это. То есть нужно, чтобы было ощущение проблемы, и это было более-менее массовым. И, ну, как мы можем заметить, там, по последним буквально 4 годам, этот запрос был услышан. То есть национальная программа формирования комфортной городской среды, по сути, ответ на этот самый запрос. И уже во многих городах появляются очень крутые пространства, которые там 10 лет назад еще никто бы и помечтать не мог. Ясно, спасибо. И знаешь, у меня еще последний тебе вопрос. У тебя возникло в одном из тезисов, как надо делать. Ты обозначил, что делать надо проще. Пробовал ты делать сложнее. То есть всегда для популяризации надо упрощать, добавлять юмора, рисовать мемы и так далее. Ну, то есть вот это вот вся история. Потому что, видишь, мнения бывают разные. А какой позиции ты придерживаешься? Я считаю, что настоящий профессионал может просто рассказать о сложных вещах. Поэтому упрощение это не значит, что страдает качество. Просто ты говоришь на одном языке со всеми. То есть, если бы я рассказывал про урбанистику на латыни, возможно, 10 человек в мире меня бы знало и прислушивалось. Но все-таки мы говорим на русском языке, мы живем в 21 веке, и не все люди знают терминологию, поэтому действительно нужно говорить на том языке, на котором говорят люди. А так уж случилось, что люди сейчас про языки, ну, все понятно, и больше воспринимают информацию визуально. И речь не только про мемы, хотя мемы сейчас это аналог анекдотов, а с помощью анекдотов, кстати, тоже можно что-то решить. Например, вся концепция развития города Урюпинска строится на анекдоте про город Урюпинск, потому что из других источников мало кто знал про этот город. Так что не стоит недооценивать разные способы донесения информации.
Ясно. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, ты к нам еще будешь приходить с выступлениями. Всегда все интересно. Спасибо большое. Аркадия, выключаем. Завершает наш сегодняшний разговор Александр Жиров, который очень активно работает в области популяризации, да, способов работы с информацией. Это журналист, редактор, медиа-менеджер, автор телеграм-канала.